За десятилетия праздник стал символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее страны. В Лабытнангах по доброй традиции День Великой России отмечают народным шествием. К праздничной колонне патриотов своей страны присоединилась и наша съемочная группа. Репортаж Светланы Кель. Лабытнанцы – истинные патриоты великой страны, и они не стесняются признаться ей в своей любви. Люблю Россию свою, страну нашу люблю. И все у нас хорошо, и все у нас красиво. И дети здесь выросли, внуки растут. Чтобы и в них было все хорошо, мир главное, чтобы был на земле. Мы на праздник пришли с прекрасным настроением. Россию мы любим, это наша родина, мы гордимся ею. Хорошее настроение, хорошая погода, возможность всех повидать. С праздником всех! В этот праздничный вечер горожане не раз с чувством гордости говорили о России, ее силе и могуществе. Волна патриотизма, а вместе с ним и бело-сине-красного настроения захлестнула территорию у монумента «Хлеб нашей памяти». Чтобы с самого рождения ребенок знал, где он живет, свою родину и символы. Самое начнем с символов. Что уже знает, что уже успели рассказать. Флаг российский. Бело-синий-красный. Для меня патриотизм – это вера в будущее, вера в сегодняшний день, в то, что все будет хорошо. Вот мы сегодня своим учреждением собрались, несмотря на то, что выходной день. Все считают долгом пройтись с флагами, с шариками радостными, поздравить всех своих коллег, друзей, просто знакомых именно с таким замечательным праздником. И погода этому способствует. Державный триколор объединил более полутысячи лабытнанцев. Назначенный час. Мощный поток живой энергетики двинулся по улице Первомайской, раскрашивая город в главные цвета России. Как и полагается, народный отряд патриотов возглавило огромное бело-сине-красное полотнище. Мы живем в самой большой и самой замечательной стране в этом мире. И сегодняшний день действительно один из самых важных дней для каждого гражданина нашей огромной страны. И мы сегодня все причастны к этому замечательному празднику. Всех с праздником. С каким чувством несете вот сегодня триколор? С чувством огромной гордости и важности, наверное. И действительно, этот триколор – это символ сильного государства. Это праздник страны, всех нас. Когда мы едины, мы непобедимы. Товарищи лабытнанцы, всех с праздником! Ура! Праздничное шествие было пронизано духом патриотизма. Лабытнанцы дружно напевали известные мотивы песен. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? А дальше слова забыла. Можно сказать, что сегодня вот чувствуется вот это единение вот лабытнанцев, плечом к плечу, в одной колонне. Чувствуется, конечно, видите, мы какие все нарядные, красивые, с флажками. В душе радости песня. Готовы всей толпой петь. С каждым годом в Лабытнангах главный государственный праздник отмечается все более масштабно. День России стал символом национального единения. Горожане плечом к плечу прошли по центральным улицам. Шествие колонны завершилось на площади Владимира Нака. Со сцены городского дома культуры к лабытнанцам обратились градоначальница Марина Трескова и председатель городской думы Евгений Зуйков. Он подчеркнул, что это праздник каждого россиянина, вне зависимости от его национальности и вероисповедания. В этот день я особенно горжусь тем, что мы живем на этой земле, что нам под силу внести, пусть маленький, но вклад в великое будущее страны. Безусловно, сегодня нужно благодарить наших соотечественников, горожан, единомышленников за то, что они своим каждодневным трудом укрепляют мощь российской державы. Я с чувством большой благодарности сегодня говорю своим землякам большое спасибо и поздравляю с праздником. Хочу их нацелить на оптимизм, на веру в собственные силы и на то, что все те вызовы современности, которые сегодня нам даются, они выдержат достойно. И для этого у нас все есть. Любовь к родине – самое главное. С праздником всех!
Лабытнанцы – истинные патриоты великой страны. И это чувство в каждом из нас прививается с детства. Глава администрации Марина Трескова выразила слова благодарности тем, кто воспитывает достойных граждан России. Нам повезло родиться в такой большой стране, могучей, сильной. Сейчас нашему молодому поколению предстоит, наверное, строить будущее в этой родине. Вот как мы будем относиться, как будем жить, с какими намерениями, такое у нас и будет будущее. Процветание нашей стране, чтобы наши дети жили в могучей державе. Гордость есть, и такую же ровно гордость воспитываем в своих детях, чтобы они стремились жить в нашей родине, никуда не уезжали и здесь приносили пользу. Россия – это родина наша, поэтому ее нельзя не любить, ее нужно любить всей душой, всем сердцем. И люди, которые сегодня вышли на площадь и участвовали в шествии «Державный триколор», доказали еще раз о том, что они любят Россию, они истинные россияне, лабытнанцы. С праздником! Достойным завершением праздничной программы стало выступление артистов. Через свое творчество они также признались в любви к своей родине. Лабытнанцы дружно подпевали знакомые и уже давно полюбившиеся строки. В такие минуты переполняет чувство гордости за наш народ и страну, в которой мы все живем. Россия, Русь, храни себя, храни. Живи, страна, единая держава. Пускай горят отечество огни. Пускай умеет над собою слава. Светлана Кель, Эдуард Захаров, Дмитрий Свирит, Алексей Урженко. Программа «Время местное».